Да, с виду похож. Охренеть. Это кладбище кораблей. Здесь можно спуститься. Выглядит надежно. Да, как и все на этом острове. Здесь можно спуститься. Выглядит надежно. Да, как и все на этом острове. Уже близко. Пошли. Надо его спасать. Больше, тем труднее их завалить.
Сэма. Да. О, смотри! Вот здесь перелезет. А вот... Ты куда делся, Сэм? Куда побежал? Ну... Вот и ответ. Его ближе. Брат, как же я рад тебя видеть. Да. Как насчет убраться отсюда? Я за. Зажигалку нашел?
нужно выбираться. Надо от него валить! Thank you.
Дайте РПГ! И вали отсюда! Поиграли. Да, в голове звучало лучше. Молодец, парень! Ты меня выручил! Давай сюда, я тебя вытащу. Спасибо. Рад тебя видеть. Ты, как всегда, вовремя. Ну, я как-то заволновался, решил встретить. Нам надо найти Сэма и Елену. Эй, ты как, нормально? Нормально. Мы слышали взрывы, думали... А, это все он. Что, опять спас его? Естественно. Как дела? Хорошо. Было пара сложных моментов, но... Он меня прикрыл. Эй. Привет. Это что? А, пуля царапнула. Ясно. А ты? Скала... Царапнула. Как ушел от Рейфа? Он завел своих прямо в ловушку Эвери. Умно. Послушай. По поводу истории с Алькасом. Давай мы это позже обсудим. Куда нам? К морю. На тот конец города. Ладно. Надеюсь, только весь этот шум не привлек внимания. Да. Эй. Извините. А мы куда? Как это куда? Валим отсюда нахрен. Да, это неплохая идея. Но можно срезать вон там, пойти коротким путем. Путем к чему? К сокровищу. Обалдеть. Пока Рейф доберется в обход, нахрен уже... Рейфа. Так, Виктор, ты уж извини, но ты может... Ты не умеешь вовремя остановиться. У нас же с вами одна цель, да? Да? Мы здесь не из-за сокровища. Мы хотели спасти тебя. И я благодарен. Нет, правда? Все круто. У нас с вами пока есть фора. Мы сможем. Нейт, слушай. А? Ну, посмотри. Ну, Эвери уничтожил все корабли на острове. А зачем? Потому что хотел сберечь свое сокровище. Именно. Чего бы это ни стоило ему и другим. Потому что не хотел, чтобы его догнали. Он хотел удрать. Смотрите. Вот. Это его карта острова. Видишь? Его корабль здесь, прямо за той горой. Там наше сокровище. И как раз туда сейчас направляется Рейв. Пока мы тут с вами спорим, как идиоты. А если Эвери все-таки удрал и потонул где-то в океане вместе с сокровищем? Тогда мы найдем, где он потонул. О, боже. Сколько мы с тобой за этим гоняемся, а? Ты и я. А эти двое, они... не понимают. Они понимают. Еще как. Ясно. Они насмотрелись на такую одержимость. И сам... Мы уже не пацаны. Уже нет. Можно ничего не доказывать. Где самолет? Вон там. Далеко? Не очень. Прямо за город. А вдруг наемники ждут нас у самолета? Не ждут. Почему ты так уверен? Потому что они идут к горе. К сокровищу. Сюда. Вот, пожалуйста.
Высоковато. Как ты попал сюда? А, спрыгнул с парочки стен. Но, похоже, нам нужно искать другой путь. Что за хрень? Это с горы. Ловушки Эвери. Значит, наемники там подорвались. Нет, значит, они на верном пути. Эй, хватит. Давайте не отвлекаться. Я спрыгнул оттуда, но назад не забраться. Высоко. Да уж, надо найти что-то, чтобы подставить. Сэм, помоги. Хорошо. Эй, вам помочь? Нет, спасибо. Справимся. Народ, сюда! Мы уже близко. Скорее бы домой, в свою кроватку. Но добираться далеко. О, вы посмотрите! Это похоже на фуникулёр. Думаешь, работает? Панели управления не видно, но я могу достать платформу веревкой. Ты что творишь, Дэйв? Пока не знаю. Может, добраться до деревянной платформы внизу? Есть идея. Помогите. Хорошо. Так, Виктор, можно тебя на секунду? Ага. Давай, Найт. Вот, мы будем держать, ты перепрыгнешь. Выжим. Я все. Вот и мы. Ладно, мы готовы. Подтягивай уже. Мне здесь неуютно. А волшебное слово? Немедленно. Нет!
слабые инженеры. Как и пираты. Это еще ничего. Ты бы видел их писты. Держись! Все целы! Дау! Парк аттракционов. Залезай, Нэй! Эй, залезай, я помогу. Эй, залезай, я помогу. Сэм, давай! А? Сейчас. Прыгай, я поймаю. Давай! Нет. Нет, даже не думай. Ты понял меня? Прости, что втянул тебя. Всех вас. Так, это все уже не важно. Просто прыгай! Я должен это закончить. Сэм, эй, если ты это сделаешь, я за тобой не пойду. Слышишь? Прости. Сэм! Сэм! Тупой, упрямый. Чует блеф. Он там точно погибнет. Пошли. Ну что, она права. Ну, конечно. Пошли. Сюда. Может, загоним. Я его спасу, и он у меня получит. Ладно, давайте все-таки спасем сначала. Чем он вообще думал? То есть после всего, что с нами... Ему мало? Пошли искать. По этой штуке можно перелезть. Давай! Так, держим. Готов? Ну-ка. Есть. Так. Есть. Видите? Ну-ка. Не получится. Нейт, давай. Нет, сейчас. Давай. Черт. Давай. Ну и как нам туда забраться? У нас мало времени. Нейт. Нейт, стой. Одному нельзя. Я мигом туда и обратно. Но без драки он не сдастся. Ну, значит, подеремся, раз так. Но я его притащу как угодно. Подведите самолет как можно ближе к горе и готовьтесь быстро рвать когти. А бывает иначе? Так нечестно. А? Ты помнишь? Посуда по очереди. Вот, только попробуй не вернуться. Люблю тебя. И я тебя, ковбой. Ах.